Кто такой настоящий офицер? Это командир, это, я не знаю, вы знаете, что у офицеров даже форма разная бывает? Да. Офицер — это человек, который держит слово офицера. Все, больше не надо. Кто для вас является героем, человеком, фамилией? Сегодня? Ну, это же разное. У меня же, я живой человек, я живу уже. Для меня герой Андрей Север, командир танкового батальона 11-го полка. Почему? Слушайте, ну, да потому что. Он герой. И герой не одного поступка, а всей своей жизни. Илья Николаевич, это по каким позициям стреляют? По борделю. Ага. Сержант, а ты знаешь, что это? Сидим втроем, блядь, все такой бородой по попу, блядь. Они это тоже не одобряют. То, что у тебя не пиксель, они это тоже не одобряют. Война — это плохо всегда. Это насилие, это кровь, это все то, что сопровождает смерть в любом ее проявлении. А то, что касается пленных, а что вы хотите от фашистов-то? Я никак не пойму. Разрешите? Да, товарищ полковник. Ибо ребята нуждаются сейчас в самом необходимом. Нехватка медикаментов в госпиталях. Нехватка простых вещей на фронте. К сожалению, ситуация такова, что если не мы, то кто? Формула предельно простая. Они за нас, мы за них. Только в этом случае победа русского мира будет. Мы русские, с нами Бог.